Что? В нашем океане было пара минут, все хорошо. Какие-то дымы начали. Да серьезно, какие-то дымы. Они прям на подводной. Пара минут, все было хорошо. Сейчас какая-то дымиха. Такая большая. Я тут задаю. И вижу какое-то существо. Оф. Что это было? Что-то появляется. Это, наверное, какое-то морское существо. Оно похоже на какого-то монстра. Надо что-то делать. Я знаю. Военные. А мы слышим, да. Все в порядке. Ладно, все хорошо. Вы можете своими вертолетами уничтожить то существо, которое сейчас в океане. Ладно. Я существо получила ожог. Больше не будет морским существам навредить. Ладно, эти бомбы мы уже испытали. Теперь другие бомбы, которые надо стрелять в морду. Спавним бомбы. А теперь разбиваем. Ладно. И последняя так, она все выживает. Теперь это будет атомная бомба подводная. Ладно, это наша последняя атака. Мы должны это пережить. Ну хотя бы уже мы покончим с этим существом. Вот, выпускаем первую бомбу, атомную бомбу. Подводные. Начинаем. Блюдо отняшки. Наконец-то.
больно. Как это ладно, надо поесть. А что получила ожог. Наконец-то. Только тут этот прилендай приезжал, и Дарман уж гасный, но сейчас их смотрю, и ты еще труп, да. Никогда бы не подумала, что вы споткнетесь об этом или... Это не похоже на городскую банду Куренеко. А? Не проблема. Скажу. Ну и что? Я знал, что они придут и постараются остановить вас. Но вот чего я не ожидал. Существо почти умерла. Пускай матом, мы подводные бомбы только два. И мы покончим с этим существом. Как он оказался у них за спиной? И это оружие? Кого? Кого вы хотите убить? Невидимые шаги на человека. Мы победили. Существо, я так рад. Это кресло мне уже бесило. Наконец-то мы